Это закрывали на ремонт. То есть после ремонта такое состояние. Невозможно. С ребенком вообще страшно спускаться. С приходом весны в городе страдают не только дороги, но и подземные переходы. Каждый день, поднимаясь и спускаясь вот по таким, так сказать, ступеням, оренбуржцы рискуют вместо работы или дома угодить прямиком в травмпункт, сделав всего лишь один неверный шаг. Ступени большинства подземных переходов Оренбурга сегодня выглядят так, словно по ним каждую ночь, пока никто не видит, катается гусеничный трактор. При том, что этот переход в самом центре города у ДК «Газовик», и поблизости находятся офисы крупнейших компаний и элитные бутики. А плитка неожиданно проседает под каждым шагом, норовя играючи превратить зазевавшегося прохожего в калеку. Впрочем, ситуация нисколько не лучше на протяжении всей улицы Чкалова. Вот яркий пример – подземка на остановке Парковская. В год два раза делают, да? Надо такое вещи делать. Делать надо путевую сделать. Чтобы везде делать можно, годами ходить. У нас на 3 месяца не хватает. Они нанимают людей, которые вчера были мотыгой, работали в поле. А сегодня они уже здесь специалисты большого класса. Вот. Все делают, которые приехали оттуда, со Средней Азии. У них практики никакой нет, навыков нет. Здесь опасно ходить, потому что как бы видно, что состояние, в принципе, аварийное. Я думаю, что это однозначно требует ремонта. Как уже было заявлено ранее главой города, по-хорошему, чтобы прилично отремонтировать большую часть дорог в Оренбурге, потребуется не менее 3,5 миллиардов рублей. Конечно, у города таких средств в ближайшее время не предвидится. А людям, видимо, остается скрестить пальцы, чтобы копейка докатилась и на ремонтные работы подземных переходов. В данный момент определяет сметная стоимость работ по восстановлению переходов, по отделке непосредственно стен, также плитки, ступеней восстановления. После формирования вот этого всего пакета сметной документации будет уже определена необходимая сумма финансирования и проводиться ремонты будут. А пока суть до дела, оренбуржцам остается лишь развивать навыки координации в пространстве. Иван Берд, Дмитрий Примачек, «Наше время».